Ну, доминанту фигуры мы определять не будем, у нас для этого не очень много материала. Ракурсы разные, но в целом по всем фотографиям можно сделать неплохой вывод о том, что пропорции все равно в диапазоне натурала-драматика, они есть, да, то есть никаких там гаминных, например, пропорций у нас нету. Полноту мы уже с вами обсуждали, да, больших подробностей каких-то, да, вот в отличие от наших звезд в купальниках, которые раздеваются, делают нам красивые фотосессии, мы можем на них и с этого ракурса посмотреть, и с этого. Мужчины у нас скромнее. Они, конечно, как-то вот себя позиционируют более закрыто. Ну, может, оно так и к лучшему. В любом случае, мы с вами будем иметь один из подтипов натурала-драматика. Подтип у него будет находиться в средней колоночке. Да? Второй, пятый и восьмой. Но я думаю, драматическую доминанту мы бы, наверное, сразу увидели, да? Предполагаю я так. Да? То есть где-то нам все-таки искать между вторым и пятым. Между вторым и пятым подтипом нашего героя можно искать. Вот. Если появится какая-то новая, не голливудский мужчина, да, не голливудский, хотя, видите, собой занимается спортом, молодец, прекрасно выглядит, и пусть собой занимается, мы благодаря этому, благодаря его всяким марафонским фотографиям тоже пополнили свою коллекцию натуралов-драматиков.